уже могут отправлять? Может. Длинные полоски бумаги в прошлом. В отделении диагностики ВРКБ электрокардиограмму делают с помощью портативных ЭКГ-аппаратов. Результаты в электронном виде отправляются на компьютер врача. Дистанционно здесь проводят и другие исследования, что позволяет экономить массу времени и медикам, и пациентам. Помимо электрокардиографии, там, спирографии, также суточное мониторирование артериального давления, суточное мониторирование электрокардиограммы для диагностики бронхолегочных заболеваний, сердечных заболеваний, для контроля проведенного лечения. Медики диагностического отделения, которое работает на базе стационара Видновской районной клинической больницы, ежемесячно проводят более 3500 исследований. Еще несколько тысяч пациентов диагностируют в амбулаториях и поликлиниках. Отделение наше многопрофильное. В основном это три направления: эндоскопия, функциональная диагностика, ультразвуковая диагностика, консультации узких специалистов. У нас имеются кабинеты, которые функционируют не только на базе стационара, но и в амбулаториях, во взрослой поликлинике для улучшения доступности, соответственно, по этим направлениям для пациентов. По утверждению врачей, в течение 2-3 часов они могут узнать о здоровье пациента практически все. Помимо высокой квалификации медиков, такие результаты получаются благодаря использованию в работе самого современного оборудования. Аппаратура, когда хорошая, она всегда комфортна, потому что это вот Siemens, немецкий аппарат, он очень хороший, он эхокардиографический, сосудистый. Здесь хороший, ну, хороший цвет, как говорят врачи ультразвуковой диагностики, соответственно, и недостаточность клапанных структур, там, регургитации, как мы говорим об этом, да, это, соответственно, видно сразу. Пациенты могут быть уверены, врачи, работающие здесь, вооруженные знаниями и аппаратурой, всегда помогут поставить самый точный диагноз, а значит, и лечение будет успешным. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.